Здорово. Сегодня особо загоняться не будем. Что случилось, где чувствуется голова? Долго. Что за ерунда? Так, уклонение, короче. Ну, серьезно. Долго я искал во что поиграть. В целом, есть парочку вариантов, которые можно будет оценять потом. Но пока что оставим это. Заодно и посмотрю, что за игра. Довольно популярная, довольно старенькая. Но я ее никогда не качал. Посмотрим. По сути, у нас что это? Это у нас рогалик. Рогалик с пацаненком, который изучал кунг-фу. В общем, мне изначально казалось, что это тёлка. Мы будем играть за тёлку. Шанс вызвать молнию при попадании. Почему бы нет, забрать? Эльфичка за нами бегает. Хорошо. Так, ну в принципе, пока первый уровень. Я не думаю, что тут враги особо опасные будут. Поэтому можно, в принципе, их просто избивать. Наконец-то человек. А может, всё-таки... Привет, новенькая. Ну да. Я буду твоим гидом по клубу Миража. Что? Каким гидом? Какого клуба? Что это еще за место? По правде говоря, ты больше не в мире людей. Тебя прислал сюда король Асура. Это все. Созданный им мираж. Ерунда какая-то. Как это вообще возможно? Думаю, тебе нужно время, чтобы осознать это. Придется заслужить право вернуться обратно, девочка. Другого варианта нет. Следуй за мной. А все-таки мы действительно за тёлку играем. Так. Это у нас что? Это у нас получается наша хата, да? Катрин, Акаиша, Опли. А перемещаться как? А, все понятно. Погоди. Это выбор персонажа. Очень интересно. Катрин, ты страшная. Что-то они все страшные какие-то. Ну вот парень неплохо выглядит. Но это понятно. Стандартная внешность. Опли. Неплохо. Ханна. Короче, все они стрёмные. Будем играть за стандартного человека. У них, в принципе, есть свои статы, но с ними мы разберемся попозже. Подожди, я хочу посмотреть, что это за квесты. Welcome сломан, потратить камни, туши. Нет, не нужно. Тем более, у меня нет камней пока что. Это что у нас? А, это почта. Приятно, приятно. А как мне это забрать? Все получить. Ладно, потом с почтой разберемся. Пока что пойдем просто посмотрим, что из этого выйдет. Новое достижение, мираж, путь палача. Великолепно, есть? Да, карта есть. Ну, конечно, так себе она выглядит. Ну, окей. Давайте, слизняки и гоблины. Все подходим по одному. А куда моя фея делась? Ух ты. Слушайте, у меня здоровье как-то кончилось быстро. Ага, склянка за здоровьем. Хорошо, подожди, хобби, не атакуй. Так, это наш суперудар. Понятненько. Интересно, тут будут какие-то другие скиллы. Сундучок. Блин, прикольно, тут можно сундуки двигать. Забавно. Новое достижение допинка. Прекрасно. Интересно, есть смысл вообще ломать все это? Ладно, пойдем. Опа, куда мы попали? Бионический доспех. Ага, это типа магазинчика, да? Хотите бросить 10 монет? Нет, не хочу. А сколько у меня монет? 62 монетки. Мармелад попрыгун превращается в случайного последователя, если вы выпьете зелье здоровья вне боя. Зелье здоровья. Устанавливает как здоровье, так и броню. Можно подбирать зелье здоровья даже при максимальном его запасе. Убийство врага вызывает атаки по области. 90. Ну, давайте возьмем зелье здоровья. Как тебя купить? Я надеюсь, она работает так, как я думаю. А если она работает не так, как я думаю, это будет печально. Ух ты, волки позорные. Вон чего тут. Вообще, знаете, довольно интересная игра. Как я мимо нее проходил 1000 раз, без понятия. Я помню, до хрена раз советовали Don't Souls, или как там игра называлась. Тоже рогалик, довольно популярный, но... Мне он как-то вообще не зашел. А вот это как-то прикольно выглядит. Даже значительно лучше, чем та игра.
Почему мне постоянно советовали ту игру, а не эту? Не понимаю. Так, можно эти статуэтки разбить? Нет, нельзя, к сожалению. Ну ладно. Опа, это что у нас? Поговорить можно с этим. Понятно. Прежде чем с этим поговорить, нужно расхерачить. Ставим монстров. Зомби. Они мне могут навык сбивать? Серьезно? Окей. Учтем. Да похилите вы уже, слизняки. Так, это что, портал? Я так понимаю, это дополнительный навык можно открыть у Хана из рубина. Окей, учтем. Куда этот портал меня привел? Новое достижение. Новое достижение погружения. Проклятие 1-2. Ясно, это выход на следующую локацию. Жаль, я хотел еще по прошлой локации побегать. Возможно, было бы что-то интересное. Охотник на монстров. Прекрасно. Интересно, что дает этот щит? Кстати, те, кто играет в эту игру уже давным-давно. Спирт. Ингредиент для бурбон. Белый русский. Молочный коктейль нужно забрать. Фридрих. Ингредиент для борта. Понятно. Еще можно крафтить вещи разные. Можно подобрать оружие. Я не хочу особо в рукопашку сражаться. Ладно, не суть. Короче, что я хочу спросить. Те, кто играет давно, у этой игры вообще есть финал или что-то в этом роде? То есть, завязочка вроде как есть, а вот есть ли у нее финал? Мне вот интересно. Если есть, то я, пожалуй, бы поиграл в нее побольше, а не просто так. Так что, знающие люди, будьте добры ответить. Новое достижение. Чистильщик. Ингредиент. Ингредиент, конечно, прикольно, все такое. Хотелось бы какие-нибудь артефакты. Я так понимаю, артефакты мы можем только закупать у этих людей, да? Накладывают усиление при входе в новую комнату. Превращается случайно последовательно, если вы выпьете. Ладно. Шанс поджечь врага при попадании. Блин, вот это я бы взял. Сколько он там? 120? Да, к сожалению, у меня пока столько нету. Урон. Скорость атаки, критический удар. Подобрать. Уклонение запускает гранату. Подобрать. Это все? Да. Так, вниз я, пожалуй, не пойду, потому что там что-то неясное. Это что? Давай посмотрим, что у тебя вообще есть. Рюкзак. Блин, а мы, получается, можем только 4 артефакта с собой таскать. Печально. Хотелось бы больше. А чем можно наполнить оружие? С помощью кристаллов. У меня кристаллов по нулям. Так что, в принципе, неинтересна комната. Ладно, уходим отсюда. Сколько зелий? А, это была секретная комната. Прекрасно. По сути, у нас только один проход остался. Давай. Больно же, псины. Картина. Живая картина, прикольно. Походу, на этой локации я не соберу 120 монет. Жаль. А это, кстати, уже выход. Все, тут больше некуда идти. Мы сейчас побеждаем эту раву врагов и уходим отсюда. Уклонение максимум. Хотел сказать, что уклонение, походу, можно юзать вечно, но, к сожалению, оно все-таки имеет какой-то откат. Жаль. Ну, хотя он не такой уж и большой. Блин. Я не понимаю, что с навыком. Вроде пьешь нормально, а он постоянно сбивается. Хотя враги от меня далеко стоят. Очень странно. Давай, добивай уже. Здесь пострадали, конечно, жестоко. Поехали на следующую локацию. Опа. Вызывает туман, который отравляет ближайших врагов. Вы получаете меньше урона, если атакуют сзади. Устранение преград может вызвать лизуна в качестве помощника. Ну, блин, такое себе все. Не нравятся мне артефакты эти. Тихо, тихо, ребятушки. Подождите. Да хватит по мне стрелять, гребаные скелеты, а? Чертовы. Все, вот этого лучника нужно первым выстрелить. Куда ты пошел? Все, хорош. А, сейчас. Интересно, есть тут какие-то другие навыки помимо этого? Смотреть рекламу, чтобы...
Ладно, сдаться. Время. Ранг Б. 16 кристаллов. Понятненько, выход отсюда. Так, это у нас что? А это купить персонажа. Получается, мы можем купить только Катрин. И то за какие-то непонятные рубины, которые я пока не знаю даже, где они добываются. Остальные персонажи только за донат. А нет, вот еще Гинза можно за обычные кристаллы купить. Кто так делает? Я уж подумал, что сейчас я возьму другого персонажа, попробую. Серьезно, скины еще? Да. То есть, получается, за Ханну мы не сможем поиграть. Можем пока что только за нее. Это что, удар? Пассивный наг, появляется тень-двойник. Уклон, шанс критического удара. Героиня совершает мощный удар. Слушайте, а пускай вот этот будет навык, а? Ну, поехали. Давайте второй заход сделаем. Что это груш, да? К черту. Хан, что ты хочешь? Хочешь изучить дополнительный навык? Давай посмотрим, что ты можешь. Герой врывается в толпу, врагов толкает их, а затем возвращается на сторон. Неинтересно. Сколько тут навыков? Подробности, подробности. Обмен кристаллов. Понятно, короче, нужно добывать валюту, чтобы открывать это все. Давайте почту, короче, удалим и заберем. По сути, тут нету ничего такого. То есть, в основном просто расходники, поэтому плевать. Вот. Вот это я понимаю, теперь у нас есть. Теперь у нас есть дерево. Видите имя. Плевать, без имени будем. Теперь у нас есть некоторое количество ресурсов. Это прекрасно. Хочешь изучить новый навык? Опа, а как это так? Удар тени. 12. Слушайте, давайте я вот это изучу. Возможно, я, конечно, хреново сейчас сделал, но мне просто интересно. Хочешь выпить, взять напиток? Давайте возьмем вот начальные монетки. Общая цена 17. Да плевать, как раз у меня сотня ровно останется. Глотай. Да, 1-1. Только теперь локация другая. Ладно, хорошо. Почему нет? Батель Фильчики, кентавр. Ну что, девки? Да и не только девки. Скажем так, ну что, монстры? Ваша смерть пришла. И вот зачем мы убили этот цветочек? Он стоял, никого не атаковал. Какие мы жестокие люди. Но с этим ничего не поделать. Мне пришлось так поступить. И куда ты стреляешь? Ах ты ж сучка. Да иди сюда, эльфийская сучка. Все, сундук. Да, направо. Нет, направо пути нет. Есть только влево. Окей, пойдем налево. Так, пожалуй, нужно выстегивать сначала первых лучников. А потом можно и на кентавров обратить внимание. Да, не получилось у меня лучника выстегнуть первыми. А прикольная боевочка. Мне нравится. Ингредиент. Ну, взять. А это выход с уровня уже, да? Ладно, уходим. Чего нет? Делать тут больше ничего. Ага, я понял, что за цветочек. Он распыляет пыльцу, которая, по сути, наносит нам урон. Единороги чертовы. Ладно, единороги для нас не опасны. Вот эта хрень опасна очень. Все, забираем и уходим на следующую локацию. Можно, конечно, было бы вернуться, поискать магазин, но к черту его. Закатывая Волонья. Ух ты, что это за существо? Ага, я понял, это элитный противник. Ну ладно. Элитный противник. Ингредиент, понятно. Опять ингредиенты. Одни ингредиенты. Дайте мне какой-нибудь артефакт. И что-нибудь. Это опять элитный кентавр. Ну, кстати, элитный кентавр поопаснее будет. Он копьем кидается. А сейчас, эльфийские сучки. Понятно, уклоняться в сторону противника не лучшая идея.
По одной монете. А можно как-то увеличить количество монет, выпадаемых? Это во-первых. Во-вторых, на какой черт мне вообще эти монеты нужны? Если эти монеты, кроме как, собственно, тут использовать нигде невозможно. Да и тут тоже ограниченное количество этих монет. Ну что, тут оружие можно купить, может быть, улучшить можно оружие. И артефакты. Все. Больше они ни для чего не нужны. Такое себе. Можно было бы эти монетки использовать в нашем баре. Было бы значительно лучше. Например, какие-нибудь расходники покупать. Бать, что за ящеры? Темный единорог. Бать, хватит меня ступять. Мне вот этот, кстати, навык, пассивный навык тени намного больше нравится, чем активный навык тот. Получается, меня единорожка ослепляет, да? Ну, закинь тогда отсюда. Опять ингредиент. О, артефакты, да неужели? Бросает врагов еще дальше. Нет, мне это не нужно. Вызывает приступ ярости при потере здоровья. Повторно активируется только при полном запасе здоровья. Уменьшает перезарядку навыка при критическом ударе. У меня вот такой вот вопрос появился. Укол тени и взмах тени, они работают оба, либо нужно выбирать все-таки из них, который будет активен? Напишите, если кто знает. А также я себе взял колокол душ, там еще была голова на выбор, но для меня колокол как-то приоритетней. Он, получается, преобразует трупы врагов в наших помощников, в то время как голова, она всего лишь с каким-то определенным шансом очарует врага, который будет, точнее, который может встать на нашу сторону. Поэтому колокол все-таки будет получше, чем башка. Так, давайте, пожалуй, знаете, как поступим. Мы сейчас добьем этот уровень и на этом закончим. Все? Или кто еще живой? Нет, все. Опять ингредиенты. Опачки. Это типа босс. Ритм мандолины. Да, это босс. Прикольно. Ну, как раз на боссе, я думаю, и закончим. А как с тобой сражаться? Все понял. В принципе, ты угрозы не представляешь пока что. Ага, не представляешь. У него 24. Короче, 30 жизней. Жесть. Типичный японский... Еп. Жестоко. Типичный японский, короче... РПГшки. Где у боссов хреново туча здоровья. И как мне вот от этого уклоняться, скажете? Сдаться, короче, ладно, на этом закончим. Прикольный босс, сложный довольно. Время. Сколько у нас время? Без понятия. Уровень 4. Враги. Воскрешение 0. Сцена 2. Уровень легко. Интересно, что дает уровень нашего героя? То есть, получается, у нас уже, ну, пускай будет 5 уровень. И что он дает нам? Нет, вот 4 уровень. Возможно, он... Прикольно. Возможно, уровень... повышает урон, броню, здоровье и прочее. Ладно, на этом мы с вами закончим. Собственно, давайте всем пока и увидимся в следующем ролике.